Всем привет! Продолжаем прохождение Medal of Honor. Это часть Aliette Assault. И сейчас у нас миссия уничтожения U-529. Трондхейм, Норвегия. 12 февраля 43-й год. Похоже, что план задания придется изменить. Вам придется передвигаться инкогнито, если вы хотите, чтобы у вас был какой-нибудь шанс выжить, Пауэлл. Стяните офицерскую униформу из раздевалки в ангаре подводных лодок и говорите на немецком, пока не выберетесь оттуда. Вот самые важные моменты, которые вам нужно знать, пока вы действуете замаскированным. Первое. Всегда показывайте свои документы при требовании. Второе. Не ходите с оружием на виду, так как это немедленно вызовет подозрения. Третье. Чтобы добиться максимального уровня безопасности, достаньте офицерские документы. Может быть, вам придется устранить офицера, чтобы добыть их. Четвертое. Если вышеперечисленные меры не пройдут, постарайтесь изолировать выяснившего что-либо офицера, прежде чем уничтожить его. Уничтожьте прототип Nexus, проникните в подлодку, установите взрывчатку на носу корабля и найдите другой способ выбраться из доков. Ну и погнали. А, мы переоделись, да? Und wie gefällt's dir in Norwegen? Ganz gut. Du hast es nicht hier? Nein, kann ich nicht sagen. Hörst du? Tun wir nämlich alle. Ich wiederhole. Gefreiter Gustav Vogel im Bereich 7. Wie du meinst. Guten Abend. Чё, картишки тут играем? Hier mit deiner Königin. Понятно. У меня какое-то разрешение первого уровня есть. Так, вот это вот непростой товарищ. Die Papiere, bitte. А как его? Блять. Я не знаю, как его достать. А, клавиша 7. Ага, спасибо. Сожалею, сэр, вы можете идти. В смысле, блядь? Ты сожалеешь. Так, что нам надо-то? Уничтожить прототип Nexus. Ну да. Надо пошариться здесь. Может, что будет интересненькое. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wonach suchen Sie denn? Stimmt etwas nicht? Interessieren Sie sich für den Prototyp? Soll ich Sie allein lassen? Так, уничтожить прототип. Так, на тебя это не действует, да? Ясно. Херота, да? Так, ну здесь вот у нас... Как же его уничтожить, этот прототип? Kann ich Ihnen behilflich sein? Wonach suchen Sie denn? Stimmt etwas nicht? Interessieren Sie sich für den Prototyp? Как много вопросов. Уходим. Achtung, Achtung! Wilhelm Karl Fittmeier, das Ausrüstungslager 2. Der norwegische Widerstand hat alle hübschen Mädchen in einen geheimen Bunker geschafft. Das ist ja lächerlich. Hey, ehrlich, das stimmt aber. Fritz sagt, dass Goebbels seine SS-Spezialeinheit mit der Suche nach dem Bunker beauftragt hat. Warum macht der Widerstand sowas? Die haben Angst, dass wir alle hübschen Mädchen ins Vaterland mitnehmen, um die Herrenstraße zu verfolgen. Kaum zu glauben. Ach, das ist gar nichts. Die Norweger spinnen alle. Так, окей, вроде нормально. Так, доки. Вот она, да? Ich muss ihre Ausweispapiere. Да, на, держи. Oh, mein Fehler. Так, это у нас куда идет? Непонятно.
А туда нельзя. Ich muss Ihre Ausweispapiere sehen. Sie haben nicht die richtigen Papiere. Ну ладно, ладно. Нужного пропуска у меня нет. Значит, надо куда-то свалить и завалить какого-нибудь офицера. Тут никого. Так, смотрим офицеров каких-нибудь. Да, блядь. Ничего. Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. Wer ist hier vorgestellt? Так. Отлично. Papiere bitte. Danke. Отлично. Так, что у нас дальше? Вы получили взрывчатку. Так, мне надо бомбы поставить. Herr Hauptmann. Блять, вот я даун. Пиздец. Файершотс, блять. Так. Готов, бродяга? Бля. Сейчас рванет. Сука! Падла ебаная. Да как мое прикрытие может быть раскрыто, блядь?
сука, а? Уходим. Так, мне как-то надо пробраться. А, фу. Бля, я с одним хп прям уже сбегаю. Ну, блядь, я с ними остался, нахуй. Так, аккуратненько. Разматываем их. Тьфу. Да, мы справимся. Нормально, все. Твою мать. Да сука, падла такая. Ха-ха, урод. Ну давайте. Да как ты? Уроды. Понял. Мин тебе не поможет. Так, где еще ушлепки? Вот ты сука.
Охереть ты точный. Тип. Ах ты! Да ебать, да как они так делают? Пиздец. Да пиздец. Будем через каждого тогда сохраняться. Убили, сохранились. Да, хуеть можно. Похоже, что нам туда. Охуеть. Да, напряжно. Напряжно, напряжно. Фу, офигеть. Ну, все, друзья, миссия эта выполнена. Следующий у нас будет побег из Тронхейма. Вот, но это будет уже в следующем видосе. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить комментарии. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока.